Друзья, всех приветствую! В этом видео поговорим про Торекса, а именно покажу личный кабинет, то есть что где находится, что куда нажимать, если кто не знает, ввод, вывод денег. И, конечно же, чуть-чуть по новостям пройдемся, их немного, но тем не менее, чтобы было какое-то представление, так вообще проект нормально, в принципе, двигается пока. Поехали. Подписывайтесь, друзья, на телеграм-канал мой обязательно. Когда будет 300 подписчиков, разыграют 3 депозита по 300 трон. Здесь, собственно, много информации по крипте, по саморазвитию, по моим проектам, мои выводы, видео. В общем, много полезного. Подписывайтесь тоже и участвуйте в конкурсе. Так, значит, попадаем на сайт, да, когда зашли. И видим слева, ну, просто Торекса, справа у нас это мы, партнерская ссылка, вот здесь можно ее нажать, скопировать, либо вот здесь. Далее здесь языки, английский, французский, итальянский, русский, испанский, португальский, видимо, вьетнамский. В общем, разные языки можно, здесь можете поменять тему, ночная, либо светлая, это выход из кабинета. Ну и вот дашборд, это вот эта главная страница. Здесь каждый день они выкладывают прибыль за сутки и среднесуточная доходность на основе того, что добавилось вот это. То есть она каждый день, ну, типа, меняется. Сейчас около почти 0,8. Дальше, вот это основная информация. То есть это вы здесь находитесь, ваш статус, доступный баланс. Здесь партнерских уровней, сколько, бинарный бонус ваш. Спиловер – это ваша спонсорская нога, то есть сколько в ней сейчас, как бы, вот очков есть. Ну и куратор, соответственно. Далее. Здесь вы можете пополнить, вывести, перевести, инвестировать. Ну, давайте сразу, да, пополнить. Соответственно, мы пополняем кошелек, то есть мы хотим завести деньги в проект. Для этого мы нажимаем пополнить. Вот, нажимаем пополнить, давайте сразу разберемся. Здесь вводите нужное количество ТД, это Торекс доллар, то есть внутренняя валюта, в общем, это доллар. Вводите там, я не знаю, допустим, 1000, да, выбираете биткоин, лайткоин или USDT. Я бы, конечно, рекомендовал либо лайткоин, либо USDT. Я обычно в лайткоине делаю, там комиссия вообще копейки. И все быстро происходит. Все, нажимаете пополнить. Вот ваш номер кошелька. Скопировали. И идете себе куда следует и отправляете деньги на этот кошелек. Видео есть, как зарегистрироваться на Binance, как покупать криптовалюту, как ее выводить оттуда, все есть. Вот если что, смотрите, все понятно будет. Комиссия 2%, она уже здесь учтена. Время для оплаты, соответственно, 3 часа. Ну, лайткоин вы уже выбрали. И, значит, чуть-чуть лучше побольше, потому что, когда, пока будет платеж идти, может немножко цена измениться, да, и у вас придет меньше, чем надо. Поэтому лучше чуть-чуть побольше. Немножко прям вот 7,79. Ну, короче, примерно там в эквиваленте высчитайте. Если 1000 долларов, в общем, на 1% хотя бы, на 2%. 1020 долларов, например. Вот так. Когда вы отправили деньги сюда, обязательно нажимайте «Оплатил». Вот, обязательно. Не забывайте про это. В принципе, все. Дальше. Вот. Мы здесь, допустим, находимся, хотим вернуться. Вот на дашборд нажимаем и опять возвращаем сюда. Следующее. Сразу же разбираемся, как вывести. Нажимаем «Вывести». Здесь кошелек вывода. Нужно добавить кошелек. Заходим в «Финансы». Добавить кошелек. И вот, пожалуйста, кошелек. Допустим, лайткоин, да, чтобы минимальные комиссии опять-таки были. Адрес берете оттуда же с Binance или еще где-то, где у вас этот кошелек, вставили и название кошелька для себя указали. Все, нажали добавить кошелек и все готово у вас. Возвращаемся на дашборд. На дашборд вывести. Кошелек вы уже добавили, соответственно, вы здесь вводите количество, там, сколько нужно вам вывести. Минимальное 20, комиссия 5%. Комиссия внутри сети тоже может взиматься, поэтому кошелек указывайте лучше лайткоин. Все количество ввели, вывести и, в принципе, готово. Выводы осуществляются, напоминаю, по пятницам. Далее, значит, дашборд. Перевести. Есть внутренняя валюта, это Торекс доллар. И вы можете на аккаунт партнера вот так вот. Вот аккаунт, да, допустим, его скопировали. Кто-то вам прислал или что. Вы его сюда вставили. И количество указали, понимая, что перевод необратим, уверен в правильности указанного аккаунта, поэтому обязательно проверяйте. Все количество и перевели. То есть, в принципе, все
просто ничего больше объяснять не надо. Дальше дашборд инвестировать. Когда вы пополнили кошелек, у вас, значит, вот здесь будет доступный баланс, вы нажимаете инвестировать. Тут мои инвестиции уже отображены на 1000, на 200. Это была пробная, я думал, она дополнится сюда, она как отдельная осталась, поэтому буду еще ждать. Вот, и у вас, значит, внизу рассчитать инвестицию. Ну, вот вы ставите, сейчас максимально 2500 возможно. Собственно, сколько завели, выбираете, 1000 завели, значит, вот 1000 поставили и купить. Все. На этом, в принципе, все здесь. История вознаграждения, вот, ну, моя, в принципе, по моим пакетам, сколько тут приходит на пассиве чисто. Размер надбавки тут в зависимости тоже от активных инвестиций. Ну, в принципе, это, да, не важно. Все, возвращаемся на дашборд. И осталось зарегистрировать нового партнера. В принципе, этим вообще можете не пользоваться. Это просто, типа, отправить ему ссылку на e-mail. Как бы, такой фигней. Ну, я не знаю, сходите, занимайтесь, если у вас есть какая-то, может быть, база, да, и где-нибудь работали, я не знаю, 5000 имейлов у вас есть, возьмите, зафигачьте туда просто, если хотя бы человек 10 подключится, будет забавно. Далее, вниз здесь идем, так, мои инвестиции я рассказал, да, значит, вот у меня на 1000 долларов, на 200 и еще буду добавлять, то есть я сейчас не вывожу, я один раз попробовал просто вывести, работает, не работает вывод, все прекрасно работает, и сейчас я просто пока все реинвест делаю, потому что проект еще свежий, можно депозит увеличить, вот, на 200 еще взял, 150 вот почти накапало, еще подожду, в общем, пока буду реинвестить все, что есть, скорее всего. Вот, далее, ну, здесь рассчитать инвестицию тоже есть, если не переходить. Лимит на вывод, вот, месячный лимит у меня 10 тысяч долларов. Следующее обновление лимита 1 августа, лимит на вывод 10 тысяч долларов. Вот, кстати, это хорошо, да, то есть лидеры, они не могут выводить слишком много. Вот 10 тысяч долларов у них только. Объем лимита, доступного к выводу в течение текущего календарного месяца, равен 30% от объема активных инвестиций в текущий момент. Однако, учитывая временные ограничения на максимальный объем, месячный лимит на выводе составляет 10 тысяч долларов. Ну вот молодцы, вот хорошо сделали. Дальше, тут ваша ступень, лидерская ступень ваша. У меня вот один есть сейчас, два уже скоро должно быть. Вот осталось тут 300 мне активных инвестиций в меньшую бинарную ногу засунуть и, собственно, 1300 просто инвестиций в структуре глубиной в 5 линий. Так что нормально, скоро сделаем. История ежедневной прибыли здесь у вас отображается. Вот можно посмотреть, то есть сколько, ну, за неделю, да? То есть вот у нас сейчас 1.077, 0.85, 0.70, 1, 1, 0.58. Ну, в общем, вот так вот оно плавает. Сверху мы посмотрели, что примерно 0.80. 0.8 сейчас. Далее линейная программа. То, что получили, бонусы. Можете посмотреть за месяц, там, за день и так далее. Бинарное вознаграждение здесь точно так же можно смотреть. За неделю, за месяц там, и так далее. Баланс пиар-счета. Это здесь такой есть счет. То есть, когда вы уже определенную ступень, если лидерскую достигаете, у вас есть определенный оборот хороший, ну, соответственно, он будет, раз вы достигли этой ступени. Вам компания дает сюда на пиар-счет бабосики, и вы можете, значит, их использовать для привлечения новой аудитории, либо для развития своей команды. В общем, можете там, я не знаю, какие-нибудь устраивать гивы, что-нибудь закупать. Ну, в общем, отдельная тема. И промо-счет. Промо-счет — это, естественно, когда будут запускаться какие-то промо, да? Ой. Да, когда запускаются какие-то промо. Ну, например, там, сделай оборот 10 тысяч долларов и получи iPhone, да? То есть, как мы знаем в других компаниях. Вот здесь то же самое. Счет промо тоже как-то сюда, видимо, будет падать. Дальше. Последние приглашенные. Договор. Ну, можно скачать, нафиг он нужен, не знаю. И презентация Тарекса здесь есть внизу. Далее, тут соцсети: Facebook, Instagram, Telegram, YouTube и чат. Ну, давайте все откроем, сейчас и посмотрим сразу. 1680, то есть это их официальный чат. Ну, и вот тут можно смотреть, что они происходят. Всякие сообщения.
Стал Торекс канал, да. Ну вот можете официально переходить, собственно, здесь. Здесь все есть. Вот у них правила тут закреплено, сообщение. Все нормально. Далее у нас, значит, что? Давайте еще посмотрим официальный YouTube канал тоже. Что у нас здесь происходит? 1100 подписчиков пока что. Видео последнее было 3 недели назад. Собственно, знакомство было с Леонардо, вот этим, с Санторо. Кстати, нормальный мужик, так четко прям играет свою роль, уверенно, симпатичный, да. Нормально, хорошо. Далее, значит, у нас есть Telegram еще канал официальный, на котором уже 5000 подписчиков. И здесь мы можем наблюдать, что глазочков у нас больше, чем подписчиков. То есть вот 8300 человек посмотрели вот эту запись, видите? А подписчиков 5200. То есть народ интересуется. Из последних новостей, что у нас тут есть? Давайте смотреть. Вот этот Леонардо, кстати, знакомился, да? Вот у нас здесь, значит, 14 июля Леонардо Санторо выходит в Zoom. Он уже один раз был, кстати, отвечал на вопрос. Сейчас еще раз выходит, так что нормально все. Ну, это получается уже было, потому что я это видео записал пораньше, а выложил его позже. Поэтому, скорее всего, он уже прошел. И наверняка я надеюсь, что в телегу выложил основные моменты с этого вебинара. Если нет, значит, попозже, может, выложу. В общем, нормально все. Так, давайте дальше, чтобы этот не задерживать уже сильно. Инстаграм у нас есть еще. Давайте посмотрим Инстаграм. 1800 пока подписчиков. Ну, Инстаграм вообще не особо, кстати, развивают. Я заметил, пирамидосы. Обычно у них телега вот. Телегу они любят. А Инстаграм так. Постольку поскольку. Ну, здесь то же самое, в принципе, информация. Лайки, комментарии. Не знаю, нечего тут смотреть, в принципе, в Инсте. Да, и Фейсбук. Фейсбук давайте тоже глянем. Фейсбук, по-моему, тоже не особо он развивается. Вообще 158 человек. Короче, просто чтобы был хотя бы. Ладно. Что дальше у нас? Что дальше? Полностью прошлись по дашборду. Теперь финансы. Значит, есть мои инвестиции. Ну, это мы уже, в принципе, видели. Да? Здесь история вознаграждений вся тоже. Размер надбавки. В принципе, на дашборде вообще основная информация есть. Пополнение счета, ну, тоже разбирали уже. Добавить кошелек смотрели, перевод партнера смотрели, вывод средств смотрели, финансовые операции. Можете указать период определенный, допустим, с 1 по сегодня. Да, я хочу посмотреть. Типы операции, пополнение баланса, доход по инвестициям, бинарный бонус, линейный бонус, по линиям, вывод средств, перевод. В общем, любую вы можете посмотреть информацию. Допустим, доход по инвестициям. И вот, пожалуйста, все он показывает, очень удобно. Здесь все, дальше статистика. Ну, статистика линейная, бинарная, карьерная, PR, промо, индекс продуктивности, бинарный индекс, общая статистика. Я думаю, и так все понятно, что здесь есть. То есть бинарная статистика, соответственно, по бинару ваши, активирован он или нет, вознаграждение, в общем, ваши ноги, что где находится, и... Линейная статистика, ну еще проще, все что линейное, то есть вот два уровня открыто у меня, чтобы третий открыть, нужны активные инвестиции 5000. Далее, статистика. Ну и далее, что у нас тут еще есть? PR промо я объяснял, карьерная статистика это вот уровни. Индекс продуктивности 0.93, то есть сейчас мне начисляют, вот если есть, допустим, мне бы 1% платили, да, то есть $12 в сутки, то эти 12 умножаются на 0.93, то есть чуть меньше получается. Чтобы этот индекс продуктивности повышался, нужно, соответственно, строить команду, структуру. Вот, а начинается индекс продуктивности минимальный 0.9, если сумма активных инвестиций в первой линии вообще нету. Вот, поэтому тоже такой вот момент есть. Бинарный индекс тоже, глубина линии там и так далее. И... Общая статистика, можно все-все-все вот так вот посмотреть. То есть выбрать период можно за год, вложение, заработанное, инвестиции, в общем, вообще отлично.
очень удобно. Дальше, значит, у нас рекламные материалы. Здесь вы можете презентации скачать, здесь есть брендинг, пакеты одежды, футболка, машины, то есть это все, я так понимаю, заказать можно. Вывеску можно даже, если для обуви, печать есть, в общем, вот такой вот пресс-волл можете сделать, чтобы снимать видосы вот такие красивые, да, если вы хотите строить структуру. Вот, шрифт, в общем, все здесь есть, логотипчики здесь, можете все это скачать себе, если надо. Ну и все, остается мой профиль, здесь, в принципе, особо ничего нету, что загрузить фото, персона, контактная информация, если кому-то надо. Безопасность, ну, это вы уже должны были сделать. То есть, секретный код, да, Telegram подключили, телефон, email, здесь тоже галочки, если хотите, можете сделать. Все, что еще тут, а компания, условия использования, email, риски. Они про риски тут тоже предупреждают, ну, заморочились, в общем, заморочились с документами. Да, возможно, тоже верификация потом, когда-нибудь, наверное, будет. Ну и, в принципе-то, все, что по новостям мы, то есть, прогулялись, соответственно, вот этот эфир, больше пока особо новостей нету, добавили, то есть, они до 2500, да, разрешили, следующее будет, по-моему, 5000 увеличение, ну и вот так постепенно они, в принципе, будут... постепенно будут увеличивать депозиты, то есть компания нормально развивается, все аккуратненько, много ограничений, чтобы заработать по партнерке, нужно попахать здесь неплохо, так что я думаю, компания нормальная. Если здесь не будет жадных вот этих админов, те, кто все это создал, то компания может очень хорошо поработать, реально, то есть маркетинг здесь сделали хорошо, прям вот от души, вот все прям просчитали, рассчитали, вот все как надо, молодцы. Так что надеемся, что админы будут не жадные и, собственно, я думаю, можно залетать сюда спокойно, что компании сколько, месяц, всего месяц. Так что все еще впереди. Все, друзья, затягивать тогда не будем видео, в принципе, все, что хотел, рассказал, показал. Вот здесь, кстати, да, забыл, помощь, если вам нужно в партнерскую, в поддержку обратиться, собственно, вот здесь имя свое пишите. Почту свою и сообщение. Ну, наверное, на английском надо писать, так как они типа международные. Не знаю, можно два отправить. Один на русском, один на английском. Все. Всем удачи. Счастливо. Помните о рисках обязательно, что все это хайп и может в любой момент закрыться. Поэтому вкладывайте только те деньги, которые вы можете потерять. Можете позволить себе потерять. Я вкладываю, я с этими деньгами уже сразу расстаюсь. Все. Я про них забываю, можно сказать. Ну и все, в принципе. Друзья, давайте. Всем пока.